Сегодня вызвали вас, чтобы прояснить ситуацию о наличии очень большого количества правонарушений на транспортном средстве, которое принадлежит вам. Количество таких нарушений составляет более 200. Хотелось бы уточнить, почему их не оплачивают и как можно совершить столько правонарушений за короткий период времени. У меня сын ездил на машине, сам. Все штрафы его. А машина на меня оформлена. А чтобы знать насчет штрафов, мне ни одна бумага, ни сообщение не пришло, чтобы я знал об этом. Что, если я знал заранее, допустим, по чуть-чуть оплатил бы, оно закрылся бы. Я вообще не знал про штрафов, пока меня не остановили, не показали, не сказали, платить надо. Это очень хорошо, что вы понимаете, сознательно проявляете о том, что оплачивать штрафы это надо. В любом случае, если, согласно вашему объяснению, совершался эти нарушения ваш сын, необходимо с ним провести терапевтическую беседу, даже вплоть до оградить его от вождения автомобиля. У вас сумма общей задолженности на сегодняшний момент составляет 115 тысяч рублей. Это только штрафы. Ну, я готов оплатить.